Я поеду в город Тверь к Чагодаеву. Я поеду погостить к Свете с Сашею. Доберусь я до ребят поздно вечером. На звонок не стану жать, постучу слегка. А как спросится, кто там, то отвечу я, что приехал погостить я издалека. Что мотался по земле ли, по небу ли, выбирался из воды не совсем сухим. Скажет Светка, что меня долго не было. Скажет Сашка, что меня не хватало им. И разместимся на кухне мы маленькой, Афанасия побьем, эко не видно. На гитаре побренчим, очень старенькой, на церквушку выглядим, что в окне видать. Расскажу я им, во что еще верую, и прикурим от последней, от спички мы. И рассвет продрет окно тряпкой серою, и поеду я назад электричкою. И в вагоне для себя, что-то враз решив, отпущу в окошко птицу пиковую. И состав на повороте, замедлившись, изогнется мне на счастье подковою.